Более 20 тысяч гектар неиспользуемых земель введено в оборот в городском округе Зарайск с 2013 года. Посевная площадь на этот год составляет 46 тысяч гектар. Вовлечение заброшенных и заросших земель в сельскохозяйственный оборот в округе на этом не завершается. Сегодня ведутся работы по освоению земли вблизи деревни Тросна и Гололобово. О том, как ведутся работы, рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. Сегодня на территории уводят в оборот земли две компании, это сельхозпродукты и Туламашагро. Примерно, если брать по этому году, то в этом году уведено на данный момент под 200 гектар. Эта работа очень тяжелая, эта работа непростая, потому что все те земли, которые можно было увести, которые было просто увести, их уже увели. Остались самые те такие сложные участки. Вы видите за спиной, что у нас деревья уже доходят в диаметре до 30 сантиметров. И сегодня работает где-то в пределах 5 единиц техники. И каждая единица может увести от 1,5 до 2 гектаров в день. Если брать с 2012 года, то в 2012 году у нас в нашем округе было всего распахано 13 тысяч гектар. На сегодняшний день в округе распахано 48 тысяч гектар. И это еще не предел, потому что на сегодняшний день у нас в округе еще осталось таких полей в пределах 4 тысяч гектар. Я думаю, что до конца года мы сможем увести в этом году гектар 600-700. Это тоже очень много, если брать то, что такой диаметр и такой огромный лес уже. Ну, работаем, деваться некуда. Рано или поздно все равно мы все поля потихоньку введем в оборот. Мы попытаемся в этом году то, что сейчас уже сделали. Тут еще предстоит очень много работы, потому что нужно убрать все палки, выкорчевать все пни, побороться с сорняками, перепахать, подготовить землю к посевным. В лучшем случае это будет посеяно в эту осень. Если в эту осень не будет посеяно, значит будет посеяно в следующую осень.